Анонская межпоселенческая центральная библиотека, что в селе Нижнецесучей, приобрела новый статус и возможности. Теперь она модельная. Аналог такой библиотеки в крае пока есть только в Нерчинске. Что изменилось с новым статусом, расскажут наши корреспонденты. Анонская центральная библиотека не пустовала никогда, говорят ее работники. А с тех пор, как стала модельной, народу здесь прибавилось вдвое. Люди всех возрастов не только проводят время за чтением, но и посещают клубы по интересам. Очень удобно, очень красиво, чисто, тепло всегда. И я еще член клуба «Сударушек». Здесь при библиотеке организован у нас 30 человек. В этом клубе мы почти каждый месяц собираемся и поем, и чай попьем, и пообщаемся. Старые люди тоже каждый раз не находишься по гостям. Долгие 6 лет работники библиотеки шли к тому, чтобы расширить ее до культурного центра. Написали проект, защитили его в Москве и выиграли долгожданный грант. На полученные 500 тысяч закупили новые книги, мультимедиа-оборудование, мебель. То есть полностью модернизировали библиотеку и создали здесь около 10 отделов и центров. В одном из них, к примеру, безработные жители района могут научиться писать резюме, узнать, как вести себя на собеседовании. А в центре правовой информации проконсультировать по юридическим вопросам. У нас есть клуб «Аспект» для школьников Нижнецесучейской среднецесучейской школы. Задача клуба – познакомить детей с знаниями, с правовыми знаниями, с их правами, обязанностями. Потому что очень много сейчас ситуаций таких возникает, что ребенок не знает, как отстоять свои права, где он прав, где он виноват. Еще в библиотеке предоставляют доступ в интернет, печатают буклеты засучейских поэтов, устраивают выставки. В игровой комнате развлекаются дети, пока их родители отдыхают в комнате семейного чтения. Есть мероприятие для группы родителей, то есть у нас есть клуб «Семья». Также мы здесь проводим их, эти мероприятия, то есть чаепитие, дни рождения. Какие-то выходим совместно со школой, с детскими садиками, делаем родительские собрания здесь. Привлечением приглашаем специалистов. За 6 лет действия федеральной целевой программы «Культура России» из 36 тысяч библиотек страны статус модельной получили лишь 264. В их числе 2 библиотеки забайкальские – в Нерчинске и в Нижнем Сосучее. Татьяна Кладникова, Сергей Мозер, «Вести», Чита.